Всем привет! Друзья, с вами снова я, Илон Фабро, и как всегда я рад приветствовать вас на своем канале. Пришла зима, пришел декабрь месяц, и настало то время, когда мы, пчеловоды, можем немножечко передохнуть. Можем, так сказать, сделать остановочку, вдохнуть в себя свежего воздуха, передохнуть и опять готовиться к новому сезону. Понятно, что кто-то как раз сейчас уже переключился и ведет активные обороты к следующему сезону. Кто-то готовит рамки в столярках, кто-то ульи, кто-то покупает, ну и так дальше. Ну, есть пчеловоды, которые любят, вот пришло то для них золотое время, когда можно задрать ноги кверху, упасть на диван, посмотреть видео и почитать книжку. Так вот. Помните, весной, летом мы проводили такую, как бы, ну не акцию, а акцию «Розыгрыш подарок для подписчика». Так вот, еще летом мне один парень, которого зовут Александр Васильев, кстати, вы можете посмотреть в уголку в подсказках видео о нем, это парень, который есть у него, не подпольное, а ник такой «Книжник». Сашка Книжник. Это человек, который, я думаю, у него, наверное, самая большая библиотека по пчеловодству в Украине. И так что, кому интересно, в принципе, я оставлю ссылку в описании на его, как бы, контакты. И, может, возможно, он помогает людям приобрести или найти ту или иную книжку по пчеловодству. Он в этом очень разбирается и, как бы, он компетентен в этих вопросах. Так вот, он еще летом или весной, я уже не помню, переиздал классную книгу. Книга называется «Техника разведения и селекционный отбор пчел» Рутнера. Очень классная книга, и он еще давным-давно презентовал специально для вас эту книгу, чтобы я мог кому-то из вас ее подарить, презентовать. Ну, как-то все сезон, все забегалось, запамятовалось. И вот как раз пришло то время, когда для тех, кто любит почитать, и то даже никто не для того, кто не любит почитать, эта книга очень полезна. Это книга для практиков матководов, для пчеловодов. Это классная книга. Там много чего можно подчеркнуть и познать. Ну, Рутнер. Рутнер, и этим все сказано. Так что, друзья, я хочу сделать вам новогодний подарок. Пускай он будет небольшой, но я думаю, книга — это довольно неплохой подарок. И вот я хочу показать. Вот эта книга. Но Сашка сделал нам большой сюрприз и сделал специально на подарок 3 книги. Так что на этот раз я сделаю подарок этой книге сразу 3 человекам. 3 подписчикам, которые смотрят мой канал, активным подписчикам, и я постараюсь разыграть вот эти книги методом рандомного комментария, там выбора по комментариям. И кому-то на Новый год я презентую эту книгу от Александра Васильева. Вот такая книга, книга супер. Друзья, что для этого надо? Как же ж нам надо эту книгу кому-то вручить? Мне лично. Я рекомендую, прошу вас, кто хочет, ну, чтобы книга досталась ему, попала, просто оставьте в комментариях свой комментарий, потому что по комментариях я буду производить розыгрыш, мы будем выбирать, кто же выиграет эту книгу. То для этого дела нужен обязательно комментарий. В комментарии напишите что-нибудь, напишите там «Сашка молодец», «Спасибо Сашке» или так дальше. И кто-то выиграет. Ну и желательно, конечно, я очень бы просил, это моя просьба, поделиться видео в социальных сетях, то ли это Facebook, то ли Одноклассники, без разницы, чтобы побольше людей узнало, для чего это все надо. Это надо для поддержки канала, чтобы на канал было больше подписчиков, больше зрителей, и было, как бы, стимул для меня снимать видео и что-то придумать вот в таком роде.
Так что делитесь видео, ставьте лайки, комментируйте. Мне приятно от этого. Кому не нравится все мои видео, ставьте, конечно, дизлайки. Ничего страшного, как говорится, ничего, мы переживем. Ну, вот как бы и все. Большое спасибо Сашке Вальсизельеву. Еще раз повторюсь, в уголку в подсказках будет видео на Сашку. Есть у меня несколько видео, можно посмотреть. Все, друзья, я желаю вам удачи. Я думаю, что где-то через недельку, через дней 10, я не буду говорить, какого это числа будет. Когда у меня будет время, я просто настроение, так сказать, я зайду и сделаю выбор рандомным комментарием. То есть рандомом мы выберем победителя, и кто-то получит эту книгу. Все, всем спасибо, всем желаю удачи. С вами был Иван Фабро. До новых встреч. Пока.